Всем салам алейкум. Пришли в лес на отдых. У нас сегодня будет пикник. Пришли в такое красивое место. Пришли, решили отдохнуть на природе. Собрали такой вот ежевики. Лесных ягод. Черненьких. Сейчас там еще есть кустик. Хотим пойти взять какую-нибудь тарелочку, что-нибудь, чтобы собрать еще побольше. Вот. Сейчас будем здесь отдыхать. Какая вот красота. О, к тому месту поближе, что ли? Thank you.
вкусные. Люди вы это чердам, чужими. Пал. Не надо, не надо. Отнеси это тоже. А это просто муха. Муха, цокотуха.
муха на что ложит? На мясо. Мака? Yeah.